В распоряжении нашего автобусного парка номер один поступили 5 новеньких МАЗов. Автобусы современные, оборудованы всей необходимой электроникой. В салоне несколько видеокамер и комфортное сиденье. В торжественной обстановке в АП-1 водителям вручили сертификаты на управление новой техникой. Благодаря нашему губернатору было принято мудрое решение. И Бог определил нам и за счет бюджета области приобрести и наделить нас 5 единицами наших автобусов производства МАЗ. Наши задачи – это сфера услуг, сфера обеспечения доставки пассажиров. У нас на перспективе, уважаемые друзья, серьезные стоят задачи. Сегодня наш город переходит в такой режим принятия гостей. Эти задачи поставлены главой государства. Республика Беларусь, синеокая. Мы должны показать гостеприимство во всех сферах. Почетная обязанность вручить эти свидетельства водителям была предоставлена представителю Минобл-Автотранса Александру Солодкому и заместителю председателя Солигорского райисполкома по экономике Людмиле Цибуленок. Автобусы закуплены за счет областного бюджета в рамках государственной программы развития транспорта, согласно которой выделены денежные средства именно на обновление пассажирского подвижного состава, который выполняет перевозку пассажиров в регулярном сообщении. В 2023 году облисполкомом было принято решение о выделении достаточно серьезных средств на обновление парка Минской области. В рамках этого обновления мы получили уже 20 единиц городских автобусов, те, которые вы сейчас здесь видите. Из них 5 машин пришло в Солигорск. Остальные 15 распределены по иным крупным городам Минской области. Это получили Слуцк, Молодечно, Борисов, Марьиногорка и Логойск. Значит, у нас в программе еще предусмотрено было приобретение пригородного транспорта. Из запланированных мы получили уже 25 единиц, которые мы купили за собственные средства. И 30 единиц, сейчас ведется закупка, еще 30 единиц машин средней вместимости пригородных будет приобретено за счет средств Минского областного исполнительного комитета. Также в рамках мероприятия поздравили и водителей, принявших участие в областном конкурсе профмастерства и по итогам вошедших в десятку лучших. Сегодня же в автобусном парке Солигорска с учетом новой техники уже 222 автобуса, которыми управляют опытные водители. Более 1,5 лет в коллективе автопарка работает Денис Статкевич, который с детства мечтал именно об этой профессии. Приятно очень, что доверили такую технику. Это очень... Кресло комфортное для водителя, сразу скажу. То есть камеры на все двери стоят, заднего хода камера. То есть, ну, интересно в плане того, что более уже видишь, как и люди заходят. Самое замечательное даже, я бы так сказал, что есть, что кондиционер, потому что летом в 30 градусов жары это... спасительная вещь. Новые автобусы после соответствующей подготовки выйдут на городские маршруты.